Здесь, в Струковском саду, в 1908 году впервые был исполнен один из самых знаменитых вальсов 20 века на сопках Маньчжурии. Чтобы увековечить память об этом событии, в парке появилась романтичная композиция. Ее создали по проекту заслуженного архитектора России Алексея Панина из Подмосковья и его сына Петра, который живет в Самаре. Мы брали за основу именно исторический объект, исторический вход в Струковский парк, и на основе его решили вот этот проект придумать. Арку создали по старым фотографиям. В конце 19-го, начале 20 века похожее сооружение украшало вход в Струковский сад. Девятиметровая конструкция не повторяет в точности оригинал. Арку прежнего образца дополняют две фигуры. Кавалер, автор произведения Илья Шатров, встречает самарскую девушку и приглашает ее на танец. На торжественное открытие композиции приехал глава города Елена Лапушкина. Мы в этом году уже провели фестиваль духовых оркестров на территории города. К нам в гости на фестиваль на сопках Маньчжурии приехало более 16 городов. Были представлены замечательные оркестры. И открытие этой арки в старейшем, в любимейшем парке, конечно, логическое тому подтверждение и продолжение. Бюджетные средства на создание памятника потрачены не были. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн привлек деньги из внебюджетных источников. Друзья, всех с Днем Самары, нашего любимого и дорогого города. И я рад тому, что мы сумели еще одну такую красивую, знаковую, знаменательную точку открыть и построить здесь. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реализации и создании этого проекта. Хочу поблагодарить городскую администрацию Елену Владимировну Лапушкину за поддержку и помощь в наших инициативах. Для гостей в Струковском саду в этот день звучал вальс на сопках Маньчжурии Ильи Шатрова в исполнении муниципального концертного духового оркестра. Мария Илчан, Николай Епифанов, «События».